Ну все, друзья, работу с проводкой я завершил и, в принципе, работу с отоплением полностью закончил. Сегодня вот мы делали проводку, здесь я внутри все делал сам, снаружи мне подцепляться помогал дедушка. Он у меня электрик, он там все подключил. Значит, я здесь сейчас установил коробку, в ней идет два автомата. Один автомат отвечает за котел, второй автомат отвечает за насос, который будет гонять воду в системе отопления. В принципе, вот так вот все у меня получилось, все просто. Делал я по такой же схеме, как у моих родителей, сделано в доме. Получается, здесь идет вот насос, который гоняет воду по системе отопления. Здесь сделаны два крана. В случае поломки или какой-то другой ситуации, да, если вам нужно снять этот насос, поменять его, просто перекрываете краны и его убираете, чтобы не сливать воду с системы. Также сделаны у меня два крана возле котла. То есть сверху и сбоку. Тоже их перекрываешь, и в случае необходимости котел снимается. Здесь вот у меня идет кран для того, чтобы сливать воду с системы отопления. Вот открываешь, и вода пошла. Но воды сейчас в системе еще нет. Сейчас вот, кстати, остается последнее, что сделать, это залить воду в систему, в этот бак, и распределить ее по всей системе уже. Залил первое ведро в систему, и не обошлось у нас без форс-мажора. Побежала у нас вода здесь возле насоса, прям такой хорошей струей, хотя я все плотно затягивал. Блин. Вот тут видно сыро, тут хорошо побежала. И немножко закапала вот здесь вот, ну, как есть уже больше возле бачка. Капает. Так там сейчас вода-то все ушла, я там спустил. И тут вот немножко, где прокладка, вода чуть-чуть подбежала. Ну, как говорится, не бывает без накладок. Сейчас это все буду устранять, все затягивать, подтягивать. Так, ну вот, капля здесь вот висит. Именно вот в этой гайке, где насос присоединяется. Хорошо, что не на пластиковой трубе, а то бы пришлось все здесь разбирать и перепаивать это. Так что тут сейчас будем подтягивать. Газовый ключ решает все проблемы. Это самый универсальный ключ, пожалуй. Так, сейчас мы будем им здесь подкручивать. Так, все протягиваем. Я плотненько протягивал. Оно за это время немножко разжалось, что ли, или что, я не понимаю. Сейчас все плотно было. Угу. Ну, все вроде. Сейчас доливаю воду в систему отопления. Котел мы уже запустили. Работает он у нас на одной тене пока. То есть это 2 киловатта получается. Утечек нигде никаких нет. Я все проверял. Тут тоже все нормально. Где изначально у нас подкапывало. Точнее, не подкапывало, там даже целая струя текло. Была. Да. Сейчас все нормально. На горячую оно еще разойдется. Там точно никаких утечек не будет. Так что вот, ну, все вроде работает. Пока исправно. Дома уже чувствуется, что нагревается. Я сейчас спускал воздух с этой батареи. Спускаешь, спускаешь. Она так постепенно нагревалась. Сначала здесь вот нагрелась, здесь было холодное. Все, потом воздух потихоньку вышел. Все, сейчас батарея полностью такая, ну уже, ну не горяченькая, такая теплая. Батареи теплые, да. Теплые, да, батареи. В той комнате тоже батарею проверил, все нормально. Ушло у меня полбочки воды, я привозил. Так, ну сколько? На 50 же литров. По-моему, 50 литров бочка. Ну, 25, да. Значит. То есть где-то около 25 литров получилось. Если я не ошибаюсь, по-моему, 50 литров она. Да. Пластиковая бочка эта. Так что вот. Ну все, работает. Система сделана. Провозился я с ней долго, конечно. Но оно того стоит. Незапланированные мероприятия здесь были с полом. Да, еще и пол сделали. Но зато все, сейчас зиму можно спокойно зимовать.
Бабушке уже не придется тут печки эти постоянно топить. Но печку все равно будем топить иногда, потому что, чтобы сильно не мотало тоже. Ну вот. Да. В сильные морозы, я думаю, что нужно будет подтапливать все равно печь. Ну, в морозы, да, в любом случае. Вася. Эту козочку мы кормим отдельно. Я же довольно она хорошая. Потому что те ей просто не дают поесть. Девочка моя. Взяли мы ее под особый контроль. Иначе они ее просто загнобят. Она вон вообще, девочка, схуднула даже. Они ей ничего не дают. Ни поесть, ничего. Гоняют ее, шпуняют. Если ее вот так вот оставить просто в стаде, наравне со всеми, она просто, они ее могут до смерти, в общем, забить. Она и так у нас похудела. Но ничего, вовремя мы это увидели, так что она у нас сейчас на особом контроле находится. Ничего, девка вырастет, все будет хорошо. Мы ее и выпускаем здесь погулять отдельно с нами и покормим. Хлебушка побольше. Кушай, давай, кушай. Кашки потом вам дадим. Тебе отдельно дадим кашки поесть. Мы уже идем, когда их кормить. Она уже отдельно отбегает в сторону к двери и ждет. Нету. Когда мы ее выпустим. Нету больше. Еще тебе надо? Еще принести? Я пойду еще за хлебом схожу. Она решила действовать сразу же по-крупному. Залезла в котел с кашей. Вот это раздолье. Манька! Манька! Че, вкусно? Манька! Пойдем давай. Сегодня еще буду заниматься уборкой конюшни, где у нас живут козы. Здесь у них уже поднакопилось. Здесь объедь от сена на полу лежит вперемешку с навозом. Все это я буду грузить в телегу и вывозить на огород, как удобрение. Здесь я уже подготовил телегу. Здесь еще у меня возле конюшни такая вот гора объеди с навозом. Все это мне предстоит сегодня убрать. Здесь вот и там за перегородкой еще. Нужно будет все это вычистить прям до пола, до досок. В деревне оно все вообще взаимосвязано. Если посмотреть, вот, например, топишь ты печку, остается зола. Эту золу ты выносишь на огород как удобрение.
Также от домашних животных вот остается навоз, например, откос остается вот эта объедь. Это очень хорошее удобрение для огорода. Все это вывозится и земля удобряется. Там, например, для того же огуречного парника это прям вообще самое лучшее. Так что вот, все взаимосвязано и работает с друг другом. Так что мы сейчас вот это все вывозим, вытаскиваем. Я здесь убрал перегородки, которые стояли. Я делал для коз, вон они у меня стоят. Вот, ну тут уже хороший такой слой поднакопился. Вот это все сейчас буду я убирать. Да, работа нелегкая, и пыли здесь будет много. Ну что поделать. За меня эту работу никто не сделает. Вот так же здесь второй отсек. Вот такое хорошее удобрение, уже слежавшееся. Посмотрите, какими пластами. Оно уже так начало гнить. Уже, да, можно сказать, как такой перегной получается. Это лучше, чем вот простое, свежее. Раньше я за козами убирал регулярно, там бывало раз в неделю, два раза в неделю. Сейчас я решил, что пускай оно лучше полежит немножко, сляживается, и это получается как удобрение лучше уже. Откос от них... Не так много вот этого навоза, например, как от той же коровы. Поэтому вот лучше, я считаю, так сделать. Я сейчас весь этот навоз вывожу на огород, как удобрение. Весной мы это все распашем. Ну, конечно, пласты хорошие получаются. Тут вот размером, высотой точнее, вот с эту доску. Они хорошо так стоптали. Да, за коровой, конечно, нужно больше убирать и каждый день. За козами можно... Конечно, то и там одна лепеха упадет и все. Уже это. Уже берешь вот такую лопату специальную. Все, там уже одна лепеха, это вот как раз лопата. С козами поменьше, от них очень много объеди остается вот от сена. А им тюк даешь, из тюка они съедят половину, может. Там может и то меньше. Может и то меньше, да. А остальное все стопчет. Так что вот. Ну, у нас ничего не пропадает, это все удобрение. Все, да, огород уже будет вообще самый раз, Никит. Ну ничего, конечно, такую территорию, тут вот этот участок почистить надо много времени. Не знаю, сегодня я успею закончить, нет. Ну хотя бы одну часть. Там уже посмотрим. Тележки я уже сюда вывез и пару тележек на кучу. Катя весь день ждала, когда же уже придет вечер,
чтобы порисовать, когда закончатся все дела. Да, наконец-то уже вечер. Катя очень любит рисовать, и последнее время она увлеклась рисованием на кружках. Но на кружках надо рисовать специальными красками, чтобы краска не слазила. Я вот Кате сделал такой небольшой сюрприз, заказал краски специальные. Это акриловые краски по стеклу и керамике. Спасибо, Никита, большое. У меня уже были до этого акриловые краски, и на лесном канале я показывала, как я раскрашивала свою эмалированную кружку, но, к сожалению, там краски были не очень хорошего качества, и краска, она, получается, отходила от кружки. Слазила. Это, конечно, плохо, да. А эти уже специальные, и я думаю, что ничего не будет отходить, и все будет хорошо лежать. Кстати, у меня уже здесь эскиз нарисован, я его не так давно нарисовала, минут за 30, наверное. Катя вот сделала такой-то, ну, как набросок, проба, то, что она будет потом рисовать на кружке, точнее, то, что уже рисует. Ну, это у меня здесь только фон подготовительный. Все здесь на самом деле делается слоями. Сначала один цвет, потом другой, потом уже смешиваешь и потихонечку так добавляешь. А вот это вот черное, оно вообще идет самым последним слоем, просто дорисовывается. Ну, Катя мне рассказала всю технологию. В общем, чтобы сделать одну кружку, это нужно, в общем, почти неделю. Там ее же еще нужно будет, чтобы она высохла, ну, три дня. И потом вообще, обжигать ее в печи. Нужно при определенной температуре. Примерно 12-20 часов сохнет. Но если вы делаете какой-то очень сложный рисунок, несколько слоев, то надо дня 3 сушить ее, ну, в комнатной температуре, а потом уже в духовку на 100 градусов на 30 минут. И тогда рисунок точно не слезет. Целая технология, друзья. Я от этого сам далек, далеко не художник. Так что вот, пускай Катя занимается то, что ей нравится. О, еще могу показать. Это я рисовала гуашью. Но это очень давно уже было нарисовано. Ну, лет 5, наверное, назад. И еще вот такой вот рисунок. Это даже вот тут видно МКАТИ, первый класс. Первый класс обучения в художественной школе. Да, кстати, кто не знает, Катя заканчивала художественную школу. Да, я заканчивала художественную школу, училась 7 лет, то есть было 4 класса художественной школы обычной и 3 подготовительных. То есть первый класс, это я была, ну это в конце 4 класса, если, ну, по такой средней школе. Вот такая вот красота. Природа. Так что вот посмотрим, что у Кати получится. В этой серии мы вам конечный результат не покажем, то есть как у нас кружка будет готова, мы снимем видео. Вот тут уже какие-то первые наброски, закаты солнца. Решил сегодня сам похозяйничать на кухне. Сейчас приготовлю одно вкусное блюдо. Обычно мы его готовим в лесу. Ну, дома тоже неплохо получается. Но все-таки такое блюдо есть лучше на свежем воздухе. Вы тут уже заметили, что я сейчас нарезаю грудинку. Вот такое сальцо с прослоечкой мяса. Оно у меня горячего копчения. Так, сейчас его нарезаем. Кусочки такие не сильно тонкие. Не сильно тонкие они, потому что если сделать тонкими, то на сковороде они сгорят. Вот так вот. Так, ну еще один и хватит. Угу. Все это перекладываем на сковородку. Сальцо отошло, режется хорошо. Оно у меня хранится в морозилке. Поэтому, когда только его приносишь, вот такое дубовое. Так, ну вот, сейчас еще один тут положим, как раз. Вот так вот уложили на сковородочку все. Сейчас нарезаем лук. Лук будем нарезать, так, луковичку напополам и такими полукольцами. Лук, кстати, тоже режем не тонко, иначе он сгорит.
Весь лук по сковородочке распределяем. Никакого растительного масла туда добавлять не нужно, потому что от сала будет очень много жира. Я в последнее время стараюсь все в основном жарить на сале. Масло, как бы, если нет необходимости, я его не добавляю. Потому что и масло-то сейчас... Любая бутылка уже стоит больше 100 рублей. А качество там непонятное. Потому что если масло вот разогреешь на сковороде, такой запах идет неприятный. По крайней мере, раньше такого запаха не было. Так, все, лучок распределили. Сейчас мы это немножко обжариваем на печке. И потом уже будем добавлять туда хлеб. Сальцо у нас зашкварчало. Стал появляться жирок. Вытапливается. Сейчас еще, наверное, минуток 5 пожарим. Потом это все будем переворачивать. И туда же мы добавим кусочки хлеба, чтобы они там обжаривались. Какие сейчас по дому стоят ароматы. Это просто непередаваемо. Когда жаришь вот копченое сало, мы в лесу-то его жарим, там на весь лес стоят ароматы. Лисы ходят, облизываются. А тут вообще... Запах просто вообще... Сказка. Катя уже сидит, облизывается там. Сегодня я ее накормлю. Миском пахнет. Хорошо. Сейчас так запахло, как будто шашлыками. Так тут мясо есть. Вон сальцо как обжарилось с одной стороны. Сейчас это все надо перевернуть. Так, в принципе, пойду-ка я за столом это сделаю и сразу же хлеб добавлю. Так, переворачиваем эти шкварочки, чтобы они обжаривались у нас с другой стороны. Угу. Так, ну вроде бы все. Так, вот это вот еще перевернем. Лучок уже тоже начал обжариваться, такого золотистого цвета встает. Так, надо хлеб еще нарезать. Укладываем компактненько, чтобы побольше вошло. Так, ну еще один кусочек у нас войдет. Ты, Катя, корочку будешь? Да, да, да. Корочку я люблю. Так, сейчас Кате нарежем корочку. Вот. Ты меня поджаришь? Да, я сейчас тут пытаюсь разместить две штуки. Нет, не войдет. Одна только. Ну, ладно. Все, и обратно на печку. Сейчас буквально 5 минуток оно еще пообжаривается. И вот этот весь лук, шкварочки, которые от сала там будут, их лучше сделать наверх на хлеб, чтобы они сильно не сгорели. А хлеб, соответственно, перевернуть. Хлеб немножечко так подрумянится, обжарится. И уже можно кушать. Ну, если любите посильнее зажарить, можно и посильнее. Вот у нас тут все дошло до кондиции. Сейчас мы это переворачиваем. Хлебушек. Лучок обжарился. Так, и сейчас часть... достаем. А вот тут вот лук еще даже некоторый такой не зажаристый. Пускай что-то остается на дне. Так, убираем. Сало уже все вытопилось. Кусочки сочные, хорошие. Сейчас мы их перевернем и пожарим подольше. Так, вот тут вот сальцо уже обжарилось. Его обязательно убираем оттуда, чтобы не пережарить. Ну вот и все. Жареный хлеб с салом и луком готов. Вот так вот получилось. Сейчас с яблочным компотиком. Че, Катя, давай наливай компотик. Убираю, сейчас тут убираю все со стола. Вот. Какая красота.
Очень вкусно и просто. Так, ну что, будем снимать пробу? Угу. Хлеб хрустящий. А, это твоя курочка. Без разницы какой. Так. Так вот. Хрустинки. Как сухарики получились такие мягкие. Со сковородки все вкуснее. Как помидорчики? Вкусные. Мы недавно одну 3-литровую банку съели. Сейчас уже за вторую принимаемся. Ну, это с подряд у нас. Помидоры всегда ешь, они всегда вот плещут в разные стороны, брызгают. Сочные. Вот такой вот у нас вкусный яблочный компот. Он получается розового цвета. Или такого даже, можно сказать, какого-то персикового. У нас многие зрители спрашивали, как мы варим эти компоты. Катя вам сейчас расскажет, поделится своим рецептом. На самом деле он простой, я тоже видел, как она варит. Мне кажется, это очень легко делается. Стерилизуем банки сначала, потом моем яблоки, убираем всякие там гнилушки, если они есть. Если яблоки целые, то это очень даже хорошо. Потом кипятим воду на 3-литровую банку, заливаем яблоки кипятком, оставляем где-то на 15-20 минут, ну можно и больше. Вот, затем эту воду сливаем в кастрюлю, добавляем туда 500 грамм сахара. Ну, кстати, доводим. Вот, если 500 грамм сахара, это получается такой достаточно сладкий компот. Ну, стоит вообще компоты это. У нас, они такие очень сладкие на самом деле. Можно чуть поменьше сахара насыпать, если вы не любите сладкое, например. С этим можно экспериментировать на самом деле. Но мы любим послаще. Вот, доводим до кипения и снова заливаем яблоки уже этим сиропом и закатываем крышками, переворачиваем ее под шубу. Простой такой рецепт. Яблоки это у нас свои, не покупные, то, что вот мы с огорода берем. В этом году у нас в основном бабушкины были яблоки, которые мы у нее собирали. У нас, которая яблоня у нас больше всего плодоносит, на ней в этом году яблок не было. Вот и так хороший компотик, сладенький получается. Но я говорю, что даже вот, на мой взгляд, он немножко сладковат, вот 0,5 кило сахара. Но Катя делает просто вот по рецепту, то есть как она нашла. Ну да, да, да. Его на самом деле можно разбавить, и все, проблем не будет. Ну а так рецепт очень на самом деле простой, так же как и помидорки, и огурчики делаются. И некоторые могут заливать по одному разу, кто-то делает на 2 раза, вот как я. Ну лучше-то 2 раза. И да. Чем там дольше держишь, тем они как бы получаются насыщеннее. Ну, это по логике уже. Ну, да. Что там с кружкой-то? Покажи, что у тебя получилось. Ну, это у меня только первый этап. Сегодняшней работы это оставляем сохнуть. Где-то на 12, ну, часов. И следующим вечером я начну рисовать снова. Вот, нарисую здесь мелкие детали в небе. И на этом закончу работу. И уже в третьем этапом начну рисовать вот здесь травинки. Черным. И тоже потом все это высушим, и нужно будет ставить в духовку, закреплять весь результат. Интересно так, термическая обработка. Угу. Кстати, Катя такой рисунок выбрала не случайно, закат, потому что кружку она изначально купила. Здесь идет красный ободок и красная ручка. Вот. Именно поэтому такой рисунок. Но, кстати, получается очень красиво уже даже вот на начальной стадии. Ну, мне так пока что не кажется, почему. Да нет, почему. И, ну, цвета такие вот прям красивые. Я вот еще думаю, что нарисовать с обратной стороны. У меня пока что
ну, как бы идея пришла, что я здесь, с этой стороны я закончу рисунок, здесь выровняю вот эти границы рисунка, а здесь уже напишу, наверное, красивым почерком заимка на Урале. Как на пряниках в прошлый раз, помнишь, когда пекли? Ну, можно, да, какую-нибудь надпись оставить. Ну, либо тоже какой-то рисунок. Ну, если... мне кажется, если делать какой-то тоже такой же рисунок глобальный, то это получится перебор. Может, здесь закат, а там восход? Что-нибудь такое? Ну, не знаю. Я на самом деле тоже не знаю. Смотри, это твоя идея уже тут творческая. Надо будет подумать. Как решишь. Можно что-то еще посмотреть, может, какие-то интересные есть, несложные такие пейзажи. Также с лесом что-то. Ты вот в прошлый раз рисовала. Катя на той, на эмалированной кружке в прошлый раз рисовала палатку и нашу избушку, которая в лесу у нас. Она прям ее срисовывала там. Ну, видишь, раз ободок красный, нужно и оттенки брать такие, чтобы красный, оранжевый был более подходящий. Например, если возьмешь такой зеленый, какой-то голубой, синий, оно как бы здесь немножко не будет сочетаться. Поэтому я решила выбрать такой рисунок, чтобы он был такой в оттенках. В следующих сериях мы вам обязательно покажем, что у Кати получилось по итогу. Конечный результат. Ну, как она разрисует эту кружку. Но работы еще много. Там несколько слоев, плюс обработка термическая будет еще. Можно, кстати, вот будет показать, как мы будем ее это в духовке обжигать. Либо в печку поставим. Ну, я думаю, что в духовке там температура точная нужна. Ну, в печке, да, сложно будет 100 градусов-то подгадать, как там. Будет проблематично. Когда печешь, ты хоть по муке можешь посмотреть, она выдает там примерно 200 градусов. И ты хотя бы так знаешь, примерно. Но точную градусов. Температуру ты здесь не сможешь узнать. 100 градусов. Значит, в духовке сделаем, посмотрим, что получится. У меня еще, кстати, за время работы с отоплением окончательно навернулся мой шуруповерт. Это дрель, которая была, это работала, ну, с резеткой. Что она вообще стала выключаться постоянно. Я себе по итогу купил новый шуруповерт. Я уже давно хотел. Вот в таком чемоданчике. Он уже идет, работает от аккумуляторов. Но я взял недорогой, из дешевого такого сегмента. Но цены, конечно, сейчас большие. А шуруповерт он всегда нужен. Вот тут с подсветочкой все. Ну, качество тоже, конечно, так себе. Пластик видно, что дешевый такой. Тут вот аккумуляторы меняются. Вот такие. Ну, сколько проходит? Ну, сколько проходит, что посмотрим. Ну, шуруповерт, он постоянно в деле. Я летом, когда работал в этом доме, вагонку там прикручивал, я у дедушки брал шуруповерт. У него вот есть, но все равно свой должен быть в хозяйстве. Потому что даже где-то вот надо привернуть один саморез, там, я не знаю, вот рамку, например, повесить, картину. Не поедешь, да, там, дедушке за этим, за шуруповертом. Вот взял тут... В комплекте еще шли какие-то биты. Вот они. Ну, на мой взгляд, они пластилиновые. То есть их там хватит. Ненадолго. Ненадолго, да. Я сразу же купил себе вот, ну, такие более-менее нормальные биты. Две штучки взял комплектом. Посмотрим. А это что за? Вот это побольше штучка. Это для этих, которые на крышу идут, железо крепить. Вот. Ну, вот такой набор чисто как бы для вида сделан. Вот, а так в комплекте идет два аккумулятора, зарядник, сам шуруповерт. Вот. Ну, я думаю, что где-то, наверное, год назад, полтора такой можно было взять на 1000 дешевле. На 1000, на 1500. Вот он мне обошелся 4000. А тот покупал я, который вот у меня был, я его вообще за 1000 покупал. Там энергомаш. Ну, сколько он проходил? Вот. Ну, считай, все равно. Года, наверное, 3-4 вот он у меня проходил. Ну, это хорошо. А ну, этот, может, еще больше проходит. Не 4, ну, да. Там 10 лет. У них у этих шуруповертов проблема в этом, в аккумуляторах.
То есть они садятся. Им все равно нужно постоянно работать, работать их, чтобы они аккумулировали, двигались. Ну вот как-то так показали вам сегодня наши обновки. То, что мы подкупили Кате краски, мне шуруповерт. Вот так вот. Можно. Кому какой инструмент для творчества? Да, не говори, кстати. Вот я еще планирую свою избушку в лесу утеплить немножко. Ну не знаю, как время тоже загадывать, ничего не буду. То порой загадываешь и ничего не получается. Ну вот и все, друзья. На этом мы сегодня с вами будем прощаться. Показали вам вот такой большой объем проделанной работы. Главное, что мы сделали отопление. Это очень хорошо. Сейчас у нас в тот дом пришла цивилизация. Вот такие дела. Ну все, друзья, всем до скорого. Пока. Пока.